Привет, я Никита Власов, а вы смотрите телепроект «Звукосниматель». Сегодня мы продолжим показывать архивные съемки выступлений петрозаводских артистов, извлеченные нами из закромов звукоснимателя. И это неудивительно. За 5 лет накопилось предостаточно материала, заслуживающего появиться в телеэфире более одного раза. В самом конце программы мы традиционно сообщим о грядущих концертах. А прямо сейчас премьера концертного видео трио Аскетикс. Плодовитость этих музыкантов в деле производства видеопродукции – наглядный пример остальным карельским артистам. Программа «Звукосниматель» с радостью донесет телеаудитории видеотворчество местных музыкантов. Только присылайте. Кстати, живьем Аскетикс можно будет послушать 19 апреля в 6 вечера на сцене проекта 14 в компании питерского джаз-квинтета «Джунипер».
сегодня мы продолжаем показывать архивные съемки выступлений петрозаводских артистов, извлеченные нами из закромов звукоснимателя. И это неудивительно. За 5 лет накопилось предостаточно материала, заслуживающего появиться в телеэфире более одного раза. Вашему вниманию предлагаются съемки 2009 года. Дело такое. 14 апреля в клубе FM мы, Диктатор Дубов, будем играть вместе с Андреем Еремкиным, известным еще как Крюгер, лидером известнейшей петрозаводской группы «Трибунал». Вход свободный, начало, ну, если... Как говорится, повар нам не врет, то в 20:30. Вот. Так что приглашаем всех послушать исконных старых карельских панков. Всего доброго. Вот и я. 16 апреля музыкальная среда в арт-кафе FM наполнится джазом, преимущественно женским. Весенний концерт в честь 40-летнего юбилея эстрадного отделения Петрозаводского музыкального колледжа так и называется «В джазе только девушки». Начало праздника музыки в 8 вечера. Вход на концерт свободный.